люди, вы знаете, 8 лет люди, которые жили в трудных условиях, трудных с точки зрения, так сказать, внешних, сложных с точки зрения определения их дальнейшей судьбы. Все надеялись на то, что как-то кто-то договорится, какие-то договоренности будут выполнены, но при этом ничего не происходило. И когда я приехал, люди уже понимали, Россия пришла, Россия надолго. Я встречался с разными людьми, с бизнесменами, с врачами, с учителями, с библиотекарями, с ребятишками, которые занимались спортом. Вы знаете, у них такая сильная энергия. Люди, которые могут радоваться простым вещам, а самое главное, они прямо радовались, что все, Россия приехала. Вот приехал губернатор Тюменской области, с нами Тюменская область, с нами россияне, которые им помогут. И это была сильная вера. Поэтому, собственно говоря, результаты референдумов, которые были не абсолютно ожидаемые, абсолютно большинство людей хотели быть вместе с нами. И люди искренне чувствовали людей. Знаете, мы когда привезли учебники, истории, русского языка, привезли детские книги, и мы их передавали в музей молодой гвардии. Все библиотекари пришли, некоторые даже беременные вышли с отпуска, и люди плакали. Они не видели, они давно не видели новых книг, а книг на русском языке еще дальше. И поэтому они меня обнимали и благодарили. Мы уже после этого еще не одну тысячу учебников и книг уже туда привезли. Но это было удивительное и очень чистое, искреннее чувство. Ну, это такой символ, да? Люди 8 лет страдали, и они понимали, что они все это переживали не зря.